Все за планом. В Запоріжжі тривають ремонти покрівель житлових будинків. Сьогодні фахівці КП «Наше місто» працювали на даху одного з будинків на вулиці Космічній. Використовували перевірену технологію двошарового перекриття рубероїдом. Здесь протекала кровля, были заявки, жалобы от жильцов. На сегодняшний день мы делаем 70 квадратных метров кровли, меняем. По плану, если будет положительная динамика оплаты жильцов этого дома ОСББ за содержание дома, у нас в планах еще здесь порядка 100 квадратных метров. Мы работаем согласно своих графиков. То есть это не один дом, это идет планово по каждому району, планово выполняются ремонтные работы.